Светлана не понимала, что она делает. В голове крутилась только одна мысль. Этот ребенок должен быть с ней. Золотка моя, сейчас будем раздеваться, а потом кушать. Светлана Белова, 35 лет, продавец, замужем. Света, открой! Открой немедленно! Открой, или я вызову милицию! Открой! Ты украла моего малыша. Надежда Школова, 38 лет, банковский служащий, замужем. Отдай его. Что вы несете? Я лишь хотела ненадолго зайти домой, ничего подобного и в мыслях не было. Отдай! Так, а что здесь происходит? Что вы тут делаете? Роман Белов, 37 лет, водитель, муж Светланы. Света украла моего малыша? Нет, я... Вот, возьмите. Простите, пожалуйста. Больше этого не повторится. Всего доброго. Ты вот этим вот подумала? Ты понимаешь, что за кражу ребенка она тебя может в тюрьму посадить? Рома, это мой ребенок! Это не твой ребенок. Ты его только выносила. Ты понимаешь, что ты только коробка, и содержимое тебя не должно волновать. Я не знаю, зачем я принесла ребенка домой. Мы гуляли вместе, я смотрела на него. И вдруг я поняла, что хочу быть всегда вместе с ним. А все остальное не имело смысла. А что такого чудесного именно в этом малыше? Я суррогатная мать. Так получилось, что год назад как-то сразу все навалилось. Муж машину разбил. Сын поступил в техникум на платное. Ну, всю беременность уверяла себя, что это не мой малыш. Но когда нас с ребенком выписали, Надя и Саша, новые родители ребенка, попросили меня работать у них няней. Что меня заставило согласиться на их предложение? Разве сейчас важно, почему вы согласились на этот договор? Важно другое, что вы больше не хотите продолжать выполнять его условия. Ну как я могу заставить себя забыть, что где-то живет мой малыш? Так ведь никто и не предлагает вам об этом забыть. Помните на здоровье. Просто придется помнить еще и о том, что он уже не ваш. Светлана была согласна со словами психолога, но продолжала скучать по малышу. Красиво. Отметить надо. Может, и Ваньковых пригласим? Похвастаемся? Приглашай. Так. Оп. Ля. Держи. Кстати, Лёшка звонил. Просил денег выслать. Он там с однокурсником собирается квартиру снимать. Что-то не подходит. Послушай, ты собрался потратить все, что дали нам Надя с Сашей? Ну мы же отложили деньги Лёшке на учебу. Да ничего, можем себе позволить. Мы теперь богатые. Богатые? Сколько осталось денег после покупки этой машины? А когда ты истратишь все, что мне прикажешь делать? Снова рожать для чужих, а потом снова... Ну я что, тебе машина? Ты сама хотела стать суррогатной матерью. Я тебя не просил. Зато ты так радостно тратишь деньги, которые я заработала. Мог бы со мной посоветоваться. Ну и посоветовался бы. И что? Ну что ты устраиваешь истерику на пустом месте? Все об этом ребенке думаешь? Ну все, все, забудь. Что? Ну повернись на бок, ну храпишь так, что заснуть не могу. Как я могу храпеть, если я еще не заснул? Прошло несколько дней. Но Светлана не успокаивалась. Она постоянно думала о малыше. Алло? Алло. Света, с Дениской что-то случилось. Помогите, пожалуйста. Надя, а что с ним? Не молчите. Он все время плачет. Никак не успокаивается. Скоро уже вызвали. Я боюсь. Надя, наверное, температура. Померьте и дайте что-нибудь жаропонижающее. А как ее мерить? Я боюсь его трогать. Ну, Света, ну приезжайте, помогите. Хорошо, сейчас приеду.
Ром, вставай. Что, опять храплю? Ром, вставай, отвези меня к Наде. Денис заболел. Ой, опять к ним ехать. Ну, сказала бы им по телефону, и все. Вставай, вставай. Ой. Ладно. Сейчас отвезу. Ну, как дела? Дениска успокоился. Все нормально, дыхание ровное. Можно на пару слов? Света, а вы на работу еще не вышли? Собираюсь. Вы понимаете, лучше вас с ребенком никто не справится. Все же вы были не просто няней. Не просите меня, Надя, мне очень сложно. Я не хочу. Вы его мать. Но вы должны постараться сами научиться обращаться с ним. Ну, гуляйте с ним почаще. Да вы не понимаете, все гораздо сложнее. Я думала, у женщин это как-то само собой получается. Видят ребенка, и какая-то привязанность просыпается. А я не могу. Я не хочу его на руки брать. Меня раздражает его плач. Может, вам нужно время? А мы будем хорошо платить. Я вам обещаю, как только я привыкну, я вас отпущу. Ладно. Несмотря на то, что Роман был против, Светлана все-таки вернулась, Рома, на работу к школам. Завтрак на столе, ешь без меня. Я побегу. Надя через час к парикмахеру идет. Погоди. Свет. Ну? Может, ты перестанешь связываться с этой семейкой? Я ведь видел, как ты ночами не спала после того, как они тебя выгнали. Ты ведь не с деньгами. Ты ведь к ребенку вернулась. Ром, ну они такую сумму обещали. Ну, что я готова не только быть няней, но и уборкой, и готовкой заниматься. Ну, побежал. Сыну позвони. Лешка говорит, уже не помнит, когда ты ему звонила. Ну, хорошо, ну вечером позвоню. Пока. Прошло 2 недели. Светлана заметила, что отец Дениса, в отличие от Надежды, старался проводить как можно больше времени с малышом. Странно, с тобой, Дениски, с таким удовольствием разговариваю. Александр Школов, 40 лет, программист, муж Надежды. А с Надей? Знаешь, в последнее время она даже ночью перестала к малышу вставать. Будет меня, отправляет к кроватке. Ничего, привыкнет. А с другой стороны, сыну повезло. У него 2 мамы. Я стараюсь не думать, что я мама. Это ваш ребенок. Привет. Привет. А я смотрю, парочка идет с коляской. Даже не сразу узнала, что это мой муж и няня. Обнялись, как влюбленные. Да ну, не говори ерунды. Светлана рассказывала про нашего сына. Светлана, на сегодня вы свободны. Всего хорошего. Я хотела покормить его, искупать. Я сама. На следующий день Светлана должна была задержаться у Школовых. Надежда ушла, Саша, в фитнес-зал и попросила Дениска дождаться заснул? Ее. Я видела, там на кухне детская смесь закончилась. Я пойду быстро в магазин сбегаю, хорошо? Свет, подожди. Светочка, я тут у тебя кое-что хотел спросить. Я вчера изучал детский массаж, но не понял. Это... Да это просто такие поглаживающие движения. Ну вот так. Не понял? Ну, смотри. Вот. Берешь аккуратненько. Знаешь, я смотрю на вас с Дениской. Моя бы воля никуда тебя от себя не отпустила. Я не понимаю, что со мной происходит. Влюбился, что ли? Я хочу, чтобы мы были вместе. С ума сошел? Не бойся, Надя еще не скоро вернется. Иди сюда. Ты рехнулся? У тебя же жена. Светлана решила стать суррогатной матерью, чтобы поправить семейный бюджет. Новые родители мальчика Надежда и Александр Школовы уговорили Светлану стать няней малышу.
Вскоре она сама, не понимая зачем, забрала ребенка и принесла домой. После этого школовы запретили Светлане приближаться к малышу. Но когда Денис заболел, Надежда обратилась к ней за помощью. Светлана вернулась на работу к школовым. Неожиданно Александр признался Светлане, что влюбился в нее. Все как будто худо-бедно устаканилось. Но теперь из-за этого Саши, ну из-за отца Дениски, я не могу увидеть своего сына. И что ему от меня надо? Зачем он ко мне приставал? Ты меня волнуешь. Ну просто гад. Ну почему гад? Может, вы ему правда нравитесь? Что в этом такого гадостного? Да потому гад, что я опять там быть не могу. Ну ведь соглашались на все это, значит, как-то рассчитывали силы. Ну да, ситуация изменилась. Но это значит только, что силы придется как-то перерасчитать. Он-то почему гад? Ну а как же я могла не согласиться? Надя никак не может справиться с Денисом. Вот я ей помогаю. Но мы договорились, что как только она почувствует к нему что-то материнское, я уйду. Что я никак не пойму. Если она не делает ничего, что обычно делает мама для своего ребенка, то почему вдруг она должна начать чувствовать что-то, как вы говорите, материнское? Откуда оно должно взяться? Да в том-то и дело, что неоткуда. Денис мой сын, я его мать, а не Надя. Ну, понимаете, вскоре после того, как мы заключили контракт со Школовыми, я узнала, что Надины яйцеклетки, ну, то есть их нельзя использовать. И Школовы предложили мне за доплату, чтобы я согласилась на искусственное оплодотворение, ЭКО. Тогда мне нужны были только деньги, а с другим я думала справлюсь. Но теперь все ужасно. Надя не чувствует себя матерью. И мне кажется, этого никогда не будет. Она делает все для того, чтобы не замечать ребенка. Погодите, то есть получается, что вы с самого начала собирались не выносить чужого ребенка, а продать своего? Но тогда вопрос стоял по-другому. Были нужны деньги, а Школовым ребенок. Мне казалось, что у меня уже есть сын Леша от любимого мужа. А ребенка от другого мужчины, ну, я никак не буду воспринимать. Я даже, может, и ничего не сказала. А теперь я знаю одно. Денис мой сын. И я хочу быть с ним. Но ведь теперь это зависит не только от вас. В ситуацию включены и Надя, и ее муж, и ваш муж. Если удастся их всех уговорить, ну, тогда будет по-вашему. Так это ведь если удастся. Здравствуйте, Надя. Это Света. Я сегодня не смогу к вам прийти. И завтра, наверное, тоже. Так что, Надя, ищите мне замену. Знаете что, вы, конечно, смотрите сами, вы меня полностью устраиваете. Но раз вы там себе что-то придумали, уговаривать не буду. Всего хорошего. Вам тоже. На, попей. Через несколько дней муж Светланы заболел. Звонила сегодня на свою старую работу. Девчонки просят вернуться в магазин. Ну и возвращайся. Кстати, Лёшка звонил. Они на каникулы с группой, собираются в поездку. Денег просил прислать. Ну, раз просил, надо прислать. Ой, что-то мне скучно. Дай мне журнал, что ли, какой-нибудь почитать. Или книгу на худой конец. Правда. Выйду я на какую-нибудь работу. Про Дениску буду реже вспоминать. На. А что, картинок нет? Ой, как смешно. Что-то Надя давно не звонила. Как ты думаешь, у них все нормально? Ушла от них и ушла. Забудь. Ну я же переживаю, я им не чужая. Значит так, завтра же выходи на работу в магазин. И хватит себя мучить. Да, и убери это куда-нибудь подальше. Алло, Надя? Здравствуйте, это Света. Можно я к вам зайду? Я сейчас приду. Рома, я в магазин. Минут на 40. После смеси Дениску надо класть на животик. Света, а вы окончательно решили уйти от нас? Да. Но я же вижу, что что-то не так.
Вам нужен малыш. Вы же и дня без него не можете. Надя, поймите меня, мне очень тяжело. Я привыкаю к малышу. Я же не буду с вами всю жизнь. Ну, вы его мать. Ну, ладно. А мы Дениске найдем другую няню. Тем более я на работу собралась выходить. Как уже? А я думала, что вы еще посидите с малышом. Я могу посоветовать вам ответственную, добрую женщину. Не надо, Света. Не мучьте себя. Но я же вижу, как вам тяжело. Прощайтесь, Дениске. Саша пришел, пойду встречу. Дениска, сынок, ты пойми и прости меня за то, что пришлось уйти. Люблю тебя и думаю о тебе каждую секунду. Света, привет. Давно не виделись. Света пришла попрощаться. Она у нас больше не работает. Да. Всего хорошего. В тот же вечер в квартире Светланы раздался неожиданный звонок. Что-то с Дениской? Нет, нормально все. Света, не уходи. Я клянусь, что больше пальцем тебя не трону. Только останься с Дениской. С Дениской? Да я из-за тебя сына не могу увидеть. Ты думаешь, легко мне было его бросить? Я люблю тебя. Уходи от мужа, давай жить вместе. Ты, я и наш ребенок. Саша, ты бредишь, уходи. Нет, я серьезно, я готов расстаться с Надей. Мне только нужно знать, что ты будешь моей. У нас будет семья. А мне не нужно, у меня уже есть семья. А я думал, мне показалось. Слышу голоса. Думал, по телеку бросить мужа предлагают. Никто никого не предлагает бросить. Тебе показалось, Саша уже уходит. Нет, подожди, подожди, мне интересно. А почему он тебе такие слова говорит? Рома, успокойся. Ты что, спала с ним? Отвечай! Мне больно! Не смей ее трогать! А ну говори, что у вас с ней было? И почему ты своего сына ее ребенком называешь? Убери руки, ничего не было! Дениска наполовину ее. А ты не знал? Замолчи. Уходи, ты привязался со своей любовью. Видеть тебя не хочу. Уходи. Света. А ну-ка пойдем поговорим. Ромка, ну ты подожди психовать. Не успокаивай. Почему он сказал, что Денис наполовину твой? Школы вы предложили мне сделать искусственное оплодотворение. У Нади тогда что-то было не в порядке со здоровьем. Я хотела просто денег. И не думала, что буду считать ребенка своим. Поэтому и согласилась. Так что, твой сын? Да, он мой сын. Ром, но Надя не любит Дениса. Она даже до него не дотрагивается. Я хочу отказаться от денег, вернуться, только бы малыш был со мной. Ну, значит, Лёшка должен бросить учебу, а я работу. Ну, правильно, машину-то надо продать. Ну, что-нибудь обязательно придумаем еще. Успокойся. Значит так, никаких денег мы возвращать не будем. И никакой ребенок нам не нужен. Я тебе еще 5 лет назад говорил, хватит нам одного и баста. Этого надо на ноги поднять и образование дать. Значит, деньги для тебя важнее, а на меня плевать? Деньги? Нужны твоему настоящему сыну. А это я не знаю, что это такое. Что это за ребенок? Пробирочный какой-то. Рома, извини меня. Весь вечер Светлана пыталась поговорить с мужем, но он не хотел ее слушать. Алло. Кто это? Алло. Саша погиб. О, Господи. Я прошу, забери, пожалуйста, к себе Дениску на некоторое время. Я сейчас не в состоянии ухаживать за ребенком. Конечно, я сейчас приеду. Рома, Саша погиб. Я должна забрать Дениску к нам. Отвези меня. Я никуда не поеду. Помоги, ну куда я одна ночью с ребенком? Ну и как надолго она тебе отдает ребенка? Ну я не знаю, ну давай, отвези меня. С
Светлана решила стать суррогатной матерью, чтобы поправить семейный бюджет. Новые родители мальчика, Надежда и Александр Школовы, уговорили ее стать няней малышу. Неожиданно Александр признался Светлане, что влюбился в нее. Но она отказала ему и решила оставить работу у Школовых. Александр пришел к Светлане и попытался уговорить ее бросить мужа. Их разговор услышал Роман, муж Светланы. Ночью Светлане позвонила Надежда и сказала, что Александр погиб. Надя, я очень сочувствую вам. Он шел ко мне. Я стояла с коляской. Он шел через дорогу. И откуда взялась эта машина? Ну, хотите, я останусь здесь. Я буду вам помогать. Нет. Нет, не надо. Мне нужно готовиться к похоронам. Я сейчас ничего не соображаю. Я соберу Денискины вещи. Вы приходите к нам. Ну, может, у нас вам будет полегче. А хотите, я завтра приду с Дениской, и мы вместе погуляем. Нет. Нет. Это не мой ребенок. Я все время это чувствую. Он мне только мешает. Раньше я пыталась примириться ради Саши. Но теперь... Кстати, забыла сказать. Ребенок побудет у вас несколько дней. Потом за ним приедут родители Саши. Все-таки он их родной внук. А зачем они приедут? Заберут к себе. Они готовы его воспитывать. А вы собираетесь. Я пойду. Светлана видела, что муж был недоволен тем, что она привезла Дениса домой. Но гораздо сильнее ее волновала предстоящая разлука с сыном. Спустя несколько дней Светлане позвонила Надежда и попросила привезти Дениса. Я вас заждалась. Вы должны были быть у меня 40 минут назад. Почему вы опоздали? Как малыш, здоров? Да, богатырь. Вот, деньги за то, что присмотрелись. Подождите. Дениска, сынок, ты расти большим и сильным. Ты помнишь, что у тебя есть я. Ну что сыночек, ты здесь устраиваешь? Сынок? Все, пошли домой. Это ты во всем виноват. Тебе деньги нужны. Думаешь только о себе. На меня тебе наплевать. Я ненавижу тебя. Вчера я отдала своего сына. Рома, мой муж, после того, как я сказала, что он виноват, собрал вещи и... переехал куда-то к другу. Сколько я его не просила, он не хочет отдавать мне деньги, чтобы вернуть мне сына. А почему эти деньги вообще оказались у Ромы? Ну как? Он машину купил, она на него оформлена. Чтобы вернуть деньги, надо ее продать. А он говорит, что, мол, Лешка учится, ему нужны деньги. Ну так ведь если вы решили, что этим деньгам хозяин муж, вот он свое хозяйское право и осуществляет. Придется вам самой выкручиваться. То есть вы считаете, что Роман не виноват? А вы бы очень хотели, чтобы он был виноват? Ситуация сразу упростилась бы. Или Надя вам тут же ребенка бы вернула? Но если бы он отдал деньги, я бы сама забрала Дениску. А если бы заранее подумали о последствиях, то вообще ничего бы не было. И если бы не отдавали деньги мужу, то уже не пришлось бы сейчас ни о чем его просить. Что ж сейчас-то об этом говорить? Сейчас можно или искать возможность обвинить мужа, или пытаться сообразить, как вернуть ребенка. И чем больше сил уйдет на первое, тем меньше останется на второе. На следующий день Светлана собрала все сбережения, которые были в квартире, и отправилась к Надежде. Свет! Ты куда? За Денисом. А ты куда? Я к тебе шел поговорить. А что, она отдает ребенка? Нет, я не знаю, что я буду говорить, но я... заставлю ее отдать моего сына. Я с тобой пойду. Нет, Света, я не могу так поступить. Но это все, что удалось собрать. Остальное я пришлю, принесу. Я верну вам всю сумму сполна. Обещаю, поверьте. Нет. Нет, это плохая мысль. Ребенок будет жить у дедушки с бабушкой. Надя, ну у вас есть сердце. Но я его мать. Я не могу жить без своего сына. Но я прошу вас, ну а дедушка с бабушкой могут встречаться у нас.
А если мы вернем вам всю сумму? Вы откажетесь от Дениски? Не знаю. Может быть. Вот. Мне нужно подумать. Я сейчас вернусь. Машину продал. Ну, остальное по друзьям собрал. Все, что мы успели потратить. Вот и получился конвертик. Спасибо, Ромка. Ты меня извини, Свет. У меня просто таких денег никогда не было. Ну вот, мозги отказались работать. А когда из дома ушел, тоска. Да и как представил себе, что ты для нас с Лешкой сделала. А я в эту машину вцепился. Ты меня прости, родная. Ну что, Дениска, никто на тебя внимания не обращает, вот ты и притих. Слушай, как на Лешку похож. Я его тоже буду боксу учить, как Лешку. Парень должен уметь постоять за себя. Как странно и грустно видеть взрослого человека, который ведет себя совсем как маленький ребенок, но при этом рассуждает об очень серьезных вещах. Ну, примерно как Света из нашей истории. Вначале она решила обменять своего будущего ребенка на что-то для нее очень привлекательное и вкусное. Я вам ребенка, вы мне пряник. Потом она этот пряник погрызла, покрошила и раздумала меняться. Давайте все обратно. Я вам пряник, а вы мне ребенка. Но обмен застопорился. И правильно, ведь любой ребенок прекрасно знает, что обгрызенный пряник совсем не то же самое, что целый. Но самое страшное во всем этом, что речь ведь шла вроде бы как о материнской любви. Хотя Света с самого начала знала, что продает своего родного ребенка. Ведь материнская любовь вызывается, между прочим, не видом собственного ребенка, а всем устройством женщины. И если она на такую любовь способна, то будет любить ребенка с самого начала. Ну, а если нет, то, увы,